Сегодня 12 июня, День России, день рождения Филиппа. Филипп, что тебе, 18? Или уже 19? 20. 20? Ничего, ты какой уже взрослый мужчина. Мы собрались на кемпинг. Посмотрите на наш багажник. Максимальная заполненность. Гарик идет. Деловой. Смотрите, у нас даже тут кулер огромный, а там кое-кто сидит. Кто это? Привет! Пристегнись. А, ты пристегнут? Или просто опять накинул? Вот, то есть мы сейчас выезжаем. Сначала едем на кемпинг, а завтра едем на океан. Я так хочу, уже не дождусь. Так что буду держать вас в курсе. Сейчас во время коронавируса детям выдают еду в школах. И вот мы первый раз взяли, хотя уже 100 лет выдают. Смотрите, тут какой огромный мешок с продуктами. Здесь, значит, и пицца, и какие-то помидорки, сок, что-то такое. Вообще не вижу, что я не открывала. Булочки какие-то замороженные. А? Йогурт, сыр, молочные коктейли, вот такие какие-то. Молочные коктейли. Это вообще удивительное дело. Снеки разные. Снеки, а это что, круассан или что это такое? Да, да, то есть мы вообще прям удивлены, что такой большой набор. Но это на все выходные. Поэтому, видимо, он достаточно большой. Я думаю, что обычно выдают на 2 дня поменьше. А тут на 3 дня выдано. Класс. Будем теперь ездить брать. Мы ни разу еще не брали. Ну и наконец-то мы на месте. Ура! Вот наши места. А это и следующее. Там туалет. Это такой кемпинг не русский. Здесь есть туалет и душ. Горячая вода. Столик. Нужно сейчас найти место. Вот там тоже есть гриль. Нужно найти место, где мы поставим палатку. Интересно. Тут такое дикое местечко. Вон Тимка бежит. Класс. Я зашла в туалет. Приветики. Здесь душ. Душевые кабинки вот такие. С горячей водой. Все дела. Туалеты в той стороне. Еще одна кабинка, их тут две. Вот отдельно есть женский туалет. С другой стороны мужской туалет. И еще здесь есть раковина для мытья посуды. Вот. Что это такое, ты зажигаешь? Я зажигаю бензин. А, для кого это интересно? Для своего дорогого мужа. И любимого? Да. Для моего племянника? Именно. Happy birthday, dear Philip. Happy birthday to you. Утро. Вот мы встали. Утро субботы. Сегодня достаточно прохладно. Палатки наши стоят, там ребята готовят кушать. Я пошла умываться. Вот такая у нас кухня. Стол. Там торт праздничный был. От него практически ничего не осталось, который я вам показывала в прошлом видео. Здесь кулеры, которые как холодильник, в них насыпаешь лед. И
В них хранятся все вещи, которые требуют холодильника. Так, там просто еда. Вот. Здесь костер, и ребята играют в тарелку. Ну что, у нас сегодня второй день, суббота, и мы поехали на океан. Нам ехать 40 минут. Посмотрим, насколько будет холодная вода. Тимофей сзади очень красивый сидит. Давай, ты Годзилла. Вот такой чумазый человек. Что, пошли ножки помочь вместе? Не, я туда не пойду. Не пойдешь? Я туда может пойду никогда. Тогда я пойду. Ну что, проверим водичку? Даже не то, что она холодная, а то, что очень сильный ветер и сильные волны, и вообще просто холодно в целом. Всем привет! Посмотрите на мои красные уши. Я вчера сгорела очень сильно. Ужас! И еще бы вы не видели мою попу и заднюю часть ног, потому что она просто алого оттенка. Я даже не думала, что я так сгорю, потому что было холодно. Вот правда, было холодно. Я мерзла на пляже и сгорела. Это ужасно. Я мазалась, но это не работало, не помогло мне. Сейчас покажу, мы уже складываем все вещи. Так, идет процесс сбора вещей. Там мальчики складывают палатку. Недавно видели, как мы ее собирали, теперь разбираем. Вот и все, ребята. Все осталось чисто, как и было. И мы поехали еще гулять на трейлы. Ребята поехали кидать тарелки. Тут на самом деле очень большой парк. Можно на каяках еще кататься. Все. И пришли на пруд с кувшинками. Завязшими. Да. Кто там прыгает? Слушайте, ребята, вы меня сегодня до сердечного приступа доведете. Это что, рыба там прыгает? Лягушка такая большая. Вы видели, она большая была. Может, жаба? Это жаба, которая украла дюймовочку. Да, вот она сидит. Она огромная. Где? Вот. Зеленая сидит. А, да. Ой, слушай, какая красавица-то. Большая. И змея. Где змея? Вот лежит змея. Какой ужас. Все, пошли.
теперь. Смотрите, здесь еще лодочная станция. Здесь лодочки, понятно, стоят. Ну вот какая-то такая себе лодочка. Кувшинки. Красиво. А там посмотрите, кто плавает. Кто это там у нас? Целое семейство уточное. Вы видите? Видите? Классно. Плавают. Ну вот и все. Закончилась наша поездка в кемпинг, приуроченная к Филиному дню рождения. И все, мы едем домой. Наконец-то, я уже хочу домой. Соскучилась по кроватке нашей. Ну все, пока-пока!